В Коростене Житомирской области депутат облсовета пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал начальник областной полиции Вячеслав Печененко. По его информации, около 4 утра мужчина позвонил матери, попросил за все прощение и отключил телефон. Через 2 часа его доставили в больницу. Уже известно, что это депутат от партии УКРОП Сергей Грищенко. Он секретарь комиссии по социально-экономическому развитию региона Житомирского облсовета. Кроме того, занимается бизнесом. Грищенко выстрелил себе в грудь из личного карабина «Сайгак». В то же время однопартийцы версию самоубийства отрицают, мол, это был случайный выстрел.